Сегодня заместитель Министерства образования Светлана Петрова доложила, что в этом году должно быть открыто более 6 тысяч мест в детских садах. На данный момент открыто более 3,5 тысяч, но возникла проблема с финансированием содержания дошкольных учреждений. Места для дошколят открываются в новых садах и в школах. Сейчас открыто 2 дошкольных учреждения. До конца года еще 9 примут детей. На сегодня на вновь открываемые места нам необходимо более 20 миллионов рублей на финансирование заработной платы и учебные расходы. Средства предусмотрены 45,6%. То есть более 10 миллионов рублей нам необходимо будет дополнительно оказать муниципальным бюджетам помощь из республиканского бюджета или внутри местных бюджетов искать источники для того, чтобы полноценно все вновь открываемые дошкольные учреждения начали работать. Вот такая в Комсомольском районе открыли, садик сегодня на полной мощности работает. Да? В Ялинском районе открыли садик Шевле. Сегодня на полную мощь садик не работает. То есть сегодня профланы, там автономные котельные, отдельно топят, работники и все. И родители хотят туда детей пускать, Михаил Геннадьевич, а мы не принимаем в связи с тем, что на 100% бюджетную обеспеченность не просчитали заранее. Тогда давайте другие варианты, там бюджетный кредит выделяйте, дайте возможность этим муниципалитетам. Такого не должно быть. Мы все говорим правильно, да, но кто живет на земле, сегодня родители туда не могут отправить детей. Это получается вообще непонятно. Вообще, тогда для чего мы вообще работаем? Глава Чувашии дал поручение Министерству финансов найти возможность профинансировать муниципалитеты, чтобы в ближайшее время все детские сады смогли заработать на полную мощь.